Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Киш Миш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Индика. Перед тем, как продолжим, хотел сказать пару слов. Сегодня 15 мая, я надеюсь, что я правильно посчитал дни, но эта серия точно выйдет 15 мая. Каналу 3 года, спасибо, что 3 года со мной, смотрите меня, комментируйте, лайкайте, очень рад, что все мы здесь вместе собрались. И, как говорится, вот праздничный бокал Дариды подниму за вас, опа, все, с праздничком. Все, маленькое предисловие закончилось. Мы продолжаем. У нас Индика оказалась в очень неприятной ситуации. Илюхе совсем плохо. Совсем плохо, он потерял сознание. И Индика, видимо, решает, рубать ему руку или не рубать. Скорее всего, решила. Скорее всего, решила, что надо ему отрубать руку. Но мне кажется, чудо не произойдет, и рука уже не излечится. То есть он может либо просто умереть сейчас от этого, ну, от заражения крови, либо нет. А он гитарист. И он хотел спасти руку из-за того, что играет на гитаре. Да, только здесь надо как-то его так придержать, чтобы он полностью туда не уехал, понимаешь? Ну, если типа его по конвейеру отправит, он же просто нарубит. Не-не-не, это как-то очень неаккуратно. Это очень неаккуратно. И, на мой взгляд, даже опасно. Ага. Как она подловит момент? Они же могут прям вместе под ножом оказаться. Очнулся. А, блин! Ампутируйте Илью руку, дали... Да эту, дали... Ачивку даже. Дальше не пройти. Боишься штаны замочить? Подожди, они так отвлекли от этого события. Просто игрой по лягушкам, вы чего? Да нет, будь я один. Давай так, если я переберусь на другой берег, не замочив юбки, ты научишь меня играть на флейте. Ну вот, опять начинается. Хорошо, а если замочишь, то поцелуешь меня. Ни за что, ты чего еще удумал? Ну ты же уверена в успехе. Если дойдешь, то выстрогаю тебе собственную флейту. Договорились. Ой, блин, Илюху жалко. Ну так оно так и должно было быть, но это сразу было понятно, что рука гниет, ну как бы долго он не продержится. Опять тайминги ловить. Опять ловить тайминги. А какой следующий открывался, я не посмотрел. Так, этот. Рано прыгнул. Так, окей, здесь мы запомнили. Ой, здесь целых два прыжка надо как-то сделать. А здесь три, что ли? Не успел. Есть? Есть! О! Жажда скорости. Я нажал уже кнопку, я даже успел ее нажать. Здесь уже все. Это все, секунд, доли секунды, и ты как бы пропустил тайминг. Есть! А, еще что-то. Там же была лягуха под водой. Там лягуха была под водой. Она бы меня точно удержала. Ой, я оказался в не очень хорошей ситуации. А, не, подожди, нет, стой, не сюда. А как мне здесь уйти? Уйти куда? Я не успею через три прыгнуть. Три хода они не успевают сделать. А, я, кажется, понял. Я в принципе, не туда пошел. Так, утоните в пруду 10 раз. Я сейчас и 20 могу сделать. Так, это 11-й, будем считать. Да ё-моё, 12-й. Так, 12 раз.
Ой, подожди, а куда мне здесь? Это здесь сложный ход и очень долгий будет. Не угадал. Так, 13 раз утонул уже. Слишком быстро я ушел. Так, 14. Подожди, там не появляется, что ли, в этот раз 15? Появляется. Так, 16. Это многоходовочка. Я не буду считать, я отвлекаюсь на счет. А, вот здесь надо было не ждать долго, здесь надо было быстрее ритм сменить. Ты можешь, кстати, подстроиться под ритм музычки, она тебе дает ее. Я нажал. Я нажал. Ой, слишком быстро. Так, спокойно, сосредоточились. Сосредоточились спокойно. Здесь тупо шара была, потому что я забыл, где находится лягушка. Еще! Ну куда? О. Это интересно будет. Есть! Он ее столкнул! И сам прыгнул. Ладно, хорошо, хотя бы сам прыгнул. Тржопы, а? Это было не по договору. Сейчас мы вернемся к Илье. Ему, ну, она ему ампутировала руку. Дали ачивку даже, так что все, тут уже ничего не попишешь. Если твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. 5.30. Ну точно не 5.30. Точно не 5.30. Точно. День на дворе, солнышко светит. Часы вообще отвратительные просто. А, тики руку, я только сейчас понял. Это намеки, да, были? Это были намеки про руку. Его рука соблазняла, все. Ну точно, она там с Господом через руку говорил. Так все, ему сейчас не нужно идти к Куцу. Индика сама сейчас к Куцу пойдет. Кудец. К... Как? К Куцу. К Куцу. К волшебнику, я буду называть ее так. К магистру магии. Ну, если он волшебник, он ему отрастит руку, я думаю. А вообще, мне кажется, здесь будет либо супер-классный конец, либо, ну, супер-позитивный и веселый, что я бы хотел, либо вообще просто жесть. Я боюсь того, что, скорее всего, будет жесть. Очень этого боюсь. Потому что сейчас уже пошла жестёка. Она ему ампутировала руку. Она смогла, наверное, его как-то достать с конвейера. Я ничего почти не вижу. А, вот, спичка есть. Где-то сигаретку достал. Тихо. Лежи. Тихо. Что? Все. Что все? Все хорошо теперь будет. Все. Тебе иначе... Ты лежи. Пошло. Да не, ничего, не против Бога, как это я? Против Бога. Это не страшно, тише. Лежи, пожалуйста. Пожалуйста, ложись. Она прирастет? Да, прирастет. Да, что? Богу разве одно чудо сложнее другого сделать? А ты же с самого начала в это не верила. Тебя... Как чудо произойти со мной должно с таким, как я, тупая бабская ревность. Укол. Дай укол. Все закончилось. Всю дорогу. Ведь это все не пустой трёп был. Вся эта философия. Радуйся. Бог больше со мной не говорит. С тех пор, как я себя встретил... Илья, пойдем. Нет. Оставь меня. Дальше я один.
И рука из финишка. Здорово. Блин, ну, печально. Все это печально, потому что вроде как мне Илья даже начинал как, ну, немножко нравится как персонаж. Ну, а что ей было делать? Оставить себя умирать? Ну, ты бы умер, просто умер, понимаешь? А он у нее забрал вещмешок, вытряхнул все оттуда. Она сейчас без еды останется. Я не знаю, что, скорее всего, она с собой не будет это собирать. Собери, пожалуйста, с собой все. Ой, да, ну, короче... А, кружка у нее теперь в руке. Можно с кружкой как-то пообщаться? Какие там кнопки были? Подожди, помолиться можно? О, можно. Ну, ладно, покреститься можно. А вот фонарик она не достает. Я забыл кнопки. Так, настройки, управление. Молиться, отмена, действие, общение, лампа. Попробуем действие. Так, ну, еще раз помолимся. И все. А вот лампу не достает. Ладно, надо как-то отсюда уходить. Так, а лифт что приехал? Впервые с того момента, как она встретила Илью, Индику вдруг кольнуло сомнение. По поводу? А вдруг она ошиблась? Вдруг что-то сделала не так? Что если кудец не сработает? Почему на пути к Богу каждый шаг, кажется, делает ее ближе к черту? Да все правильно сделал. Ну, он бы реально умер, но не существует чудес. Он бы умер. Вот, а он уже умер. А если не умер? Если б раз и чудо, и исцелился бы, обидно было бы, да? Уже не узнаем. Значит, и правда с Богом говорил, и правда прощение заслужил. Господи, разочек, пожалуйста, поговори со мной. Как же я против тебя пошла? Разве это в моих силах помешать твоему замыслу? Это все часть его плана. Так все и было задумано. А с ним теперь все хорошо будет. Заживет рука. И Илья заживет. Заживет и заживет. Теперь я и за это должна чувствовать вину. Ты же видишь, я стараюсь, но он всегда за плечом. Опять я. Тобой руководил страх. Страх оказаться с мертвым мужиком. И тогда с цыганом что там было? Его загорелые руки не давали тебе покоя. А с цыганом-то что было? Просто покоя не давали, или она его в конечном итоге завалила? Здесь можно выйти? А, можно, хорошо. Если честно, я испугался, я просто не знал, куда... Я не знал просто, куда дальше там идти. А может, ее в монастырь поэтому и отправили, что она с цыганом как бы вне брака, типа там... О, фонарик сейчас достанешь, да? Отлично. Это что, соль? Сомми, складе. Я только так могу это читать. Ну, я не могу считать это склад с твердой. Я понимаю, как это нужно, что это склад, типа твердое. Но я сомми и складе, все, я по-другому я не умею. Так, пошли у нас загадочки. Ну, я думаю, что это, скорее всего, как-то вот так надо поставить. И как-то через него залезть, правильно я понимаю? Логику я, наверное, правильно уяснил. Нет, сюда не пройдем. Опачки. Да иди, стой, залезь, повыше чуть. А, ты не хочешь на эту перекладинку залазить? Подожди, почему? Вон же прям просто шаг сделай. Ладно, так это как-то по-другому, значит. Типа ниже, ну давай опустим ниже. Или на самый верх, давай посмотрим, куда он вообще заедет. Ты чё? Так, ну ладно, он уехал. Ради интереса давай попробуем. Но он не залазит она на уступ этот. Не залазит. Так, здесь все должно быть как-то проще.
Здесь не должно быть суперсложно, здесь нету суперсложных загадок. Они все достаточно простые. Я просто еще не сообразил, как здесь быть. Так, а тут все огорожено. А тут я не могу ничего сделать. Хорошо. Опускаем вниз. Ну, надо подумать, надо подумать, надо подумать, надо подумать. Давай прям полностью опущу. Нет? Полностью, да. Так, если я сюда встану, ничего ж не произойдет, правильно? Чуда не будет. Ничего кинуть нельзя. Стоп, подожди. А, можно сюда залезть. Я как обычно усложнился. Не через банку надо, а просто залезть и все. Мысль была сразу верная. Вот так. Ну, конечно. Так, теперь сюда. Давай. Ну, ты ж можешь. Есть. И теперь сюда, наверное. Молодец. Так, а дальше? Мне интересно, куда они так высоко лезут. Ну, то есть... Очень, они очень достаточно долго и упорно шли все выше, выше и выше. Ну, то есть до сих пор, вот сейчас уже залезли высоко, чуть-чуть вниз упали, да, отрубили руку, и сейчас опять она куда-то вылазит вверх. Это что же там за постройка такая? Ты понимаешь, масштабы там какие должны быть? Мне кажется, скоро вот она уже залезет так высоко, что просто сможет там напрямую со своим богом пообщаться. Так, стоп. Это не тупик. Это не тупик, я думаю. А что там сверху льется? Непонятно пока откуда, если честно. Ну неужели ты на трубу прыгнешь? Ну вряд ли, ты же не принц Персии. Так, тихо-тихо, стой, стой, не падай туда. А если сюда на трубу зайти? Так, сюда на трубу не заходит. А я откуда пришел вообще? Не, я отсюда пришел. Вот, выше, и все, и тупик. И мы куда-то пришли. А, может быть, надо все-таки упасть. Сюда. Как будто я здесь не был или был. Не, я здесь был. Так, окей. Так, ну я дальнейшего пути не вижу какого-то. Может, подсказку? Так, не, фонарик убери. Давай вот подсказку возьмем. А, нет, это ж не подсказка, это просто перекреститься. Все, оно ж ничего не дает. Я понял. И внутри здесь ничего не сделаем. И эту штуку я, ну, как бы поднять я выше могу, но смысл я... Я не уеду. Ну, я не смогу подняться обратно от рычага. Так. Я же говорю, слишком сложно. Должно быть проще. Здесь очень... Это... Нет сложных загадок тут. Вот как будто сюда как-то надо залезть. По трубе. Ну, я бы по трубе... А, ну, блин, слишком низко по трубе. Давай попробуем. Не, она туда даже не идет. Сюда она спокойно падает. Так, ладно. А тут что? А, сюда не прыгает, кстати. Откуда я пришел? Еще раз. Отсюда, да? Вот, еще раз давай здесь посмотрим. Я, может, не той дорогой пошел, как будто бы. А, ё-моё. Нет? Да? Вот же нехорошие люди, это обманка была, ты понял? Обманка. И зачем мне рычаг сейчас? Поднять эту штуку? А, ёпта, еще выше. Офигеть. Ну подожди, пока да, я отпущу, я посмотрю, что здесь вообще есть. Это была обманка, это был, ну, просто тупиковый ход. Вот же они. Это что? Ее можно столкнуть, эту клетку. Сейчас будет опять перепрыжка через уровень. Вот так, оп. Туда залезем. Сюда залезем, наверное, скинем клетку. Так, подожди. Да, я думаю, что клетку надо скидывать. А, подожди, зачем мне скидывать? А, все, я понял, зачем скидывать клетку. Только сама не упади, хорошо. Вот так. А знаешь, зачем? Чтобы подъемник я мог выше еще поднять. Еще выше поднять подъемник.
Да, высоко уже, высоко уехал. Ниже чуть давай. Давай, давай, взаимодействуй. Дай, ёб твою мать. Ну ладно, давай попробуем так. Давай попробуем так. Залезь, пожалуйста. Индика. Не придумывай, вот, пожалуйста. Все ты можешь. Ты все можешь, ты молодец. Так, 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 так. Как будто повыше надо, да, немножко? Как будто надо немножко повыше. Так лестница, что всегда падает с этих препятствий. Вот так вот просто, блядь. Вот так вот она просто как будто на рейве каком-то. Вот так. Все, хорош. Ну, я туда уже не залезу. Ну, это уже слишком высоко. Почему посерединке где-нибудь не хочешь поставить? Дай залезь. Тут я уже не залезу на площадку. А там я не достаю до этого. Так, клетку, я надеюсь, я правильно сбросил? Можно с ней вообще взаимодействовать еще? Только залезть, я не могу ее двигать. А-а-а, блин, все, я не заметил. Я не заметил уступ. Это я просто не увидел. Давай, залазь, радулечка, давай, пожалуйста. Вот так вот, молодец. Вот же, прямо перед глазами. Вот же, вот, вот, вот оно. Слепой, слепой просто, ослепший. Так. А зачем мне сюда поднять? Мне еще выше надо. Я вроде как могу и туда так, так слезть. Вот. Тут как будто какая-то секретка, но я не хочу ее разгадывать. Я выхожу. Храм Иоанна Дамаскина, тот самый, с афиши, где возвышался прямо перед Индикой. Тревога все сильнее охватывала ее. А вдруг она не успела? Вдруг они поймут, что она за человека, и не пустят ее? Что, если она недостойна чуда, или к чуду пускают по билетикам, которые, конечно же, уже все кончились? Что, если ее уверенность в Божьем промысле лишь очередное заблуждение? Искушение, на которое она так малодушно поддалась. А как же кудец? Она в храм идет, а к отцу сходить? О, во, подожди. А, это просто секретка какая-то. А посидим, давай. Ну это же чье-то жилище, как будто бы, нет? Кто-то здесь живет. А мы просто дошли, сели. Вот, лампадочку давай сделаем. Я думал, это типа, знаешь, плакаты висят, и ты идешь к уцу этой дорогой. А нет, это просто ответвление небольшое. Все, давай, перекрестись. А, все, во имя Христа, погнали. Идем дальше. А, и здесь, конечно, что-то есть. А, так, сочинение, икона Герасима Суткова. 10 очков дали, отлично. Спасибочки. Спасибо. А, тут я могу выйти? И куда дальше? Еще куда-то слазить по секретку? Нет, ну ты посмотри просто на эти строения. Это же сумасшедший дом какой-то. А, я вернулся назад. Все, я понял. Это чуть-чуть выше было. Вот. Вот я там зашел, тут вышел. Ладно, ладно, ладно. Что там? И там и везде рыба. И везде вот ошметки рыбы будут. Ну правильно, они же рыбой занимаются. Ой, не работает. Ну ладно, будем спускаться таким образом. Подсмотреть нехорошо вообще-то. Посмотрите, что идем. Посмотрим, больше не занимаюсь. Опа, сейф. Ты сейф можешь сдвинуть? Ничего себе, ты здоровая. Ну, наверное, сюда мне надо. Ну, такое чувство, что мы на склад какой-то залезли, нет? Здорово. А, он танцует просто, ему плевать. Кто тут ходит? Чувиха в окно залезла, пошла шариться по его территории. А он танцует под музычку из граммофона. А, так я здесь и не выйду, да? Не-не-не. Вы просто так сюда залезли, я думал, это дальше идти надо, не? А вот окошко. Настоящие джентльмены выходят в окно. Ну, а в ее случае настоящие леди выходят в окно.
Все, давай покрестимся. Все, хорошо. Это сохранение, если что. Скорее всего, он сохраняет этот момент. Я очень... Было бы вообще смешно, если бы он сохранил. Самовар, тайная вечеря, какая пошлость. Выйти. Самовар с тайной вечерей ей не понравился. Она не оценила. А, подожди, той платформе, да? Посмотрим, где вообще куда ее можно поднять. А никого не смущает, да, что вот монашка ходит и механизмы всякие ходят, трогает. Ну давай так, я не знаю, куда мне пока идти. Пойдем посмотрим поближе на это все. Воу-воу-воу. Так, такое чувство теперь, что как будто бы надо через это здание опять проходить. Не, здесь я не пройду. А я могу же обратно вернуться, правильно? Я ж могу выйти на ту лестницу. Ну, типа вот здесь. Опа, полезли. Давай, 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 иди, когда ты что-то... Ты притворяешься, знаешь, что ты можешь быстренько так залазить здесь? Типа вот так. А давай еще попробуем, во-первых, вниз сходить, что там. О, а здесь что-то есть. Книга. Житие святого. Спасибо. Закрыто. Спасибо. А, ну и все, и тупик. Хорошо. Ну, проверить надо было. Проверить надо было, чтобы не все сомнения мои отпали. Окей, теперь попробуем как-то тут пройти. Ворота. Опа. Закрыто. Хорошо. Это там чувак танцует. Скорее всего, он там танцует. Пройди, пожалуйста. Так, это не работает. Это... Ха-ха. Туда идем? Сейчас тупик. Лапать. Просто чей-то лапать. Да, ё-моё. А выглядело, как будто бы можно пройти, да? Так, ладно, здесь я ошибся. Ну, одна ошибка, это я ошибся. Ну, бывает. Как будто бы сюда, если бы еще спрыгнуть на этот мост. Не, здесь прохода нет. Это не настолько... Не, все, еще раз говорю. Уже который раз себе повторяю, Ваня. Не настолько сложно. Здесь все проще. Здесь, ну, игра реально проще. Не настолько она замудрена. Но надо отрабатывать все варианты. Надо отрабатывать все варианты. И здесь единственная сейчас замутка, куда дальше идти. Чего я не... А, наверх, может быть. Подожди. Могу наверх залезть? Нет, нельзя наверх залезть. Вот в этом хорошо, кстати. Ты куда не можешь залезть, тебя не пустят. Да. Хорошо, а тут что? Еще раз. Просто вверх-вниз я могу это делать, да? А ёп! Вот что можно делать! Чуть пониже. Не, не сделаешь. Ну ладно, я так и так пролезу. Вот зачем здесь платформа? Вот только для этого все. Я 10 минут на это потратил. О, с письмом. Отдай. Это ее письмо. Рука шевелится, смотри, рука ты шевелится. Что с твоими волосами? Он ее простил, что ли? А тебе не нравится? Средний палец показывает рука. Наказание. Да ни за что просто. Я отцу Сергию Филонь сожгла. Что такое Филонь? Куда он делся? Он опять куда-то убежал. Видит человеку путь его прямым, а в конце окажется он дорогой к смерти. 14.12. Кстати, почти правильное время. Почти правильное время. На час всего отстают.
Где он делся? Куда? Куда он опять сдрыснул? Погоди, а я откуда пришел? Куда мне идти? Я вообще местность не узнаю, вы чё? Я что-то пропустил? Давай начать уровень заново, как будто катсцены какой-то не было. Видите человека путь его прямым, и в конце окажется дорогой к смерти. Бля, где я? Стой, что это такое? Почему печь там стоп? Стопы! Это же сейчас такая наркомания какая-то произошла. Вон же, я там шевелю. Ёпа ты в рот, ты посмотри, что там двигает эту штуку. Ёп твою мать, отойди. Она попала в, ну, какие-то глюны свои. Вон эта хрень! Твою мать четырехрукая! Куда вы? Как отсюда выбраться? Где мы вообще? Что это было за херня такая? Боже, я надеюсь, я никакой катсцены не пропустил. Реально такое чувство, что мы просто зашли и все, и у меня загрузка пошла. Я ничего не нажимал даже. О, сюда пройдем? Не пройдем, нет? А, и там что, труба? Все, я понял, только в пределах этой комнаты можно двигать эту штуку. И там сверху. Ой, фу, ужас какой, блядь. Ага, здесь можно залезть. А дальше что? Какое задание вообще? Здесь есть какое-то задание. Что мне надо делать? Прогресс. Да ладно, давай просто спрыгнем в тупую и все. Вот прыгаю. А, смерть. Угу. Угу. Кстати, она встала. Ожидаемо. А, не встала, лишь легла. Думай, Ваня, что здесь делать? Мы сейчас в потусторонней версии. Не, конечно, очень интересно все сделали. Очень красиво смотрится, я не спорю. Я, кажется, знаю, что надо делать. И, мне кажется, идея появилась. Не, вот так, как будто бы. Попробуем так, я не знаю, наверное, так. А я здесь пройду, нет? Эй, ну ёпта, мой, давай. Ты понял, да, задумку? Типа туда... А куда я вылезу? Там нет, нет дороги никуда. Мне как будто надо куда-то вылезти, нет? Как будто будут к тому свету солнечному. Ой, ты чё выпала? А, постой, подожди, а если так? Сюда. И... Так, нет, что-то не то. Что-то не то. Боже мой, это такая страшная хрень. Дай развернись-ка сюда. И она не смотрит специально почему-то, как будто бы. Спиной идет. Дай я тебя разверну сейчас. Лицо не показывается, видишь? Нету сейчас ее. Только со спины было. А почему сейчас вообще пропало? Видишь, со спины видно, а лицо нельзя посмотреть.
Да, и пропал. Ладно, все, я отвлекся немножко. Надо как-то придумать, как отсюда вылезти вообще. Это точно, точно, ну точно, да, прям 100%. Где-то в этой комнате, я думаю, выход. Дай подумаю. Надо возвращаться вот в это обычное пространство. Оно, кстати, рядышком. Да, сейчас я соображу, как это поставить здесь. Можно покреститься, нет? Может, поможет? А, креститься? Блин, вот бы ты крестился и подсказку давали. Было бы вообще шикарно. Ой, фу, блин, я не могу до сих пор на это смотреть. Подожди, а если я куда-то сюда поставлю? Да, я подумаю. Блин. У меня вот с трех... с этим, с многомерным воображением очень все сложно. А, вот он стоит, точно, вот он стоит на выходе. Не надо туда попасть, к этому свету. Все, подсказка, Илюха, наша подсказка, он на выходе. Теперь придумаем, как туда попасть. Как попасть на выход? Да залезь. Фух, так, здесь? Есть. Туда? Нет. Да не могу. Команды кому-нибудь могу дать? Не могу. Ладно, давай в обычное измерение возвращаемся. Куда я вообще могу эту штуку ставить? Ну, если сюда поставлю, то какой толк вообще в этом? Давай посмотрим. А, я здесь не пролезу. Я буду сейчас разные ставить положения и пытаться как-то это разгадать. А не, это вообще фигня какая-то получилась. Я вообще сейчас никуда не залезу. А вытолкнуть я могу в другое измерение ее? А, нет, не могу. Что, что здесь я никуда не вытолкну? Что туда я никуда не вытолкну? Но мне надо как-то добраться туда до Ильи. Это интересная загадка. Я пока не вижу решения ее. Вниз. Ну, она здесь и стояла. Смысл какой? Ну, абсолютно никакого. Так, ладно, да, еще подумаю. Демон, ты можешь подвигать, пока я тут нахожусь? Не? Куда ты убегаешь? Я не допрыгну. Не допрыгну. Так, не допрыгну. Ладно, 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 ладно. А если сделать ее пока вот сюда поставить? Уже не страшно даже, уже, кстати, не пугает. Тут сразу же прям так противно стало. Тихо. И какой смысл в этом всем? Чего я добился? Где я оказался? Что я здесь вижу? Да ничего, ничего нового. Так, ты тут просто упадешь. Блин, это вообще какая-то сложная сложность.
Это новое измерение уже какое-то. Я здесь еще не был. Подожди, а где Илюха? Здесь? А, подожди, он уже подо мной. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Ха, мы, походу, нашли выход. Да. Ой, блин, это очень головоломка была, пипец. Я, наверное, буду ее подрезать. Очень долго я там бродил. Просто ж, где мы оказ... Меня эта игра пугает своей странностью. Я жду скримак. А, да, точно, сейчас будет скримак, 100%. Давай, ебаш. Так, я очень надеюсь, что не было никакой катсцены, и нам, ну, не объясняли там, как мы сейчас окажемся в этой штуке, но мы просто оказались на уровне. Оказались на уровне, это была очень сложная головоломка. Это надо было спрыгнуть туда, я не догадался. Собор Иоанна Дамаскина. Мы же вроде к отцу шли, не к собору. Я точно подрежу, потому что если не подрезать, мы там бродили минут 20, наверное. Если не больше, или не меньше. Короче, чуть-чуть подчикаю. Чуть-чуть я подчикаю, самую малость. Самую малость я подчикаю. А потом, я не знаю, сколько серий там останется. Ой, блин, это такой сейчас монтаж будет сложный. Ладно. Короче, я не знаю, я, может, не буду чикать, может, чуть-чуть почикаю, как пойдет. Так, загрузочка. Загрузочка. Есть, погнали. Так, мне не объяснится, да, что это было? Я буду потом погуглить, я ничего не пропустил, надеюсь. Вон, смотри, это наш собор с афишей. А, так вы в собор... Кудет в соборе находится? Как это говорится, святой человек. Чудня Господня там разносит по миру, правильно я понимаю? А Илюха с ней уже больше не разговаривает. Ну, она ему руку отрезала, неудивительно. Ты рука шевелится, я тебе отвечаю. Мне не кажется. Так, погоди. Что здесь? Здесь такое чувство, что где-то очки припрятаны. А, краска! Кудец. Печатают афиши кудцу. Кудцу. Ой-ой-ой, высоковато. Интересно, вот они все по городу так добираются? Ну, то есть, нормальных дорожек нету, да? Убаться! Чё? Что убаться? Трактир, про который ты рассказывал, вон. А, точно. Да. Кстати, вон, видишь, ломбард напротив. Ну да, что-то есть какая-то вывеска. Его владелец Наум Бац. Это брат Ефима. Они друг друга на дух не переносили. Но при этом всю жизнь друг от друга зависели. Наум скупал краденое у местных бродяг. А те сразу шли к Ефиму спускать вырученное на вино говенное и проституток. Б-бизнес. При этом частенько ложки Фимы оказывались на витрине Наума. Мы их называли наебаться и уебаться. Почему они друг друга не любили? Да потому что каждый считал, что другой брат богаче. Скоро ты снова сможешь дать там концерт. Ага. А я приду тебя послушать, а? Ничего он на это не скажет. Ну слушай, она ему жизнь спасла. Я понимаю, грустно, печально, но она спасла ему жизнь. Он бы просто умер от заражения крови. Все. Нихера себе колокол, ёпт. Ты представляешь, если он колокольнет? Тут такой резонанс пойдет, это же сука. Просто с ума сойти. Недостроено. Так, недостроили. Ироде. Что будем делать? Опускай! Кого? А, не, подожди, рано опустил. Рано опустил. Поднимай! Подними, пожалуйста. Я вниз еду, потом буду тебя переключать, правильно понимаю? Спусти! Опускай! Я, видимо, подсказку пропустил. Так, господи, помилуй. Хе-хе-хе.
Поднимай. А, ты уже не хочешь нажимать, да? Уже типа я у руля. Посмотрим. Поднять, опустить крюк. А, подожди. Не, а нормально, мужик сидит и такой, типа, а, ну монашки можно. Святой человек. Гадости не сделает. Тихо. Да, ты становись тут какой-то. Так, повернуть не могу сейчас. А, он едет до конца, то есть ты понимаешь... О, а сейчас могу пустить? Ёп! Подожди, мы сейчас походу даже поставим правильно. Не, неправильно. Я пока не понимаю, что мне нужно сделать. Нет, тоже маленькая. Почему здесь такие маленькие? Они, походу, не заткнутся, пока я не поставлю все правильно. Так, можно поставить? Я сейчас спущусь к тебе. Ты на кого рота? Ты чё, дура, лезешь сюда? Блядь, ты ведёшь меня сейчас? Дура какая-то! Поднимай! Все нормально стало сразу. Все сразу позатыкались. Так, но мне все равно кажется, что я что-то сделал не так. Куда нам надо с тобой вообще идти? Не напомнишь? Неужели нам надо перебраться на ту сторону? А если я друг на друга поставлю? Не, это явно неправильно. Так, окей. Пускай. Верни меня обратно, пожалуйста. У нас сегодня это, серию можно называть эти тяжелые головоломки, которые невозможно взломать, блин. Давай сюда. Еще разочек за управление станем. Он сразу начнет орать или попозже? У нас получается святой крановщик сегодня. Еще разочек давай сюда же. Оп. А, не поворачивай, просто так опусти все. Бац. Такое чувство, что неправильно. Мне интересно посмотреть, как это еще по-другому можно поставить. Не-не-не-не, стой здесь. Повернуть. Не опустить, я хотел крюк повернуть. Все равно низко слишком, видишь? Очень низко, как будто бы. Подожди, а если? Я, кажется, понял сейчас.
Я, кажется, понял. Все, я понял. Здесь по центру есть большая... О, боже, я приду. Это надо два элемента в один поставить. Мы сейчас сделаем. Мы сейчас сделаем себе дорожку. Давай выше ее. Я вот буквально один шаг неправильно сделал. Не-не-не-не-не-не, разверни. Ставь. Так, теперь возьми эту штуку. Все, я догадался. Я, кажется, догадался. Их надо друг на друга поставить. 100%. Так, сейчас берем один элемент. Я, правда, их покрутил. Этот элемент здесь и стоял, просто он стоял правильно. И мы его сюда ставим. Слава смешно, что он большой, перестал орать. Бам. Потом берем сейчас этот элемент. Как же сложно здесь было сделать мост. А потом им это все разгребать. Леса заново ставить. И ставим. Бам. Все. Мы сейчас сможем пройти. Поднимай! А что там пройти? Вон, все, все выстроено. Погнали. Да, можем, есть проходка. Мы просто мостостроители. Давай, давай, просто быстренько это сделаем, потому что сейчас реально могут прийти и дать пиздюлей немножечко. Илюха, давай, не отставай. Залазишь? Все, хорош. Ладно, знаешь что, давай-ка на этом моменте пока серию закончим, а в следующей серии продолжим. Спасибо, что досмотрел, надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом, причем много чего интересного. Счастливо, пока и до свидания.